удалили свои вызывающие, возможно, фотографии в Инстаграме, если об этом попросил бы ваш молодой человек? Конечно, нет. 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 Отправила его к терапевту. Нет. 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 Удалила молодого человека из своей жизни. 100% нет. Нет. Нет, не удалила бы. Главный женский ресурс – это привлекательность, молодость и красота. Если женщина после того, как вступила в отношения, продолжает выкладывать фото сексуального характера в социальные сети, она просто находится в активном поиске. И как мужчина ценит женщину за привлекательность, так и женщина ценит мужчину за ресурсы. Это равносильно тому, что мужчина будет одной писать стихи, третьей дарить цветы, четвертой ходить на свидание, катать на машине, говорить, какая она прекрасная, изобильная и вся невероятная. И говорить, ну я ресурсный мужчина, мне необходимо делиться своим ресурсом со всеми женщинами вокруг. Равносильно тому, что я красивая, я хочу делиться своей красотой.